Счет за ложное сообщение об угрозе взрыва могут выставить жителю региона. Буквально час назад мужчина всполошил своим заявлением сотрудников транспортной полиции и заставил эвакуировать пассажиров поездов. Эти кадры выложены очевидцами из Ангарска. Привокзальная площадь заполнена недоумевающими людьми. Все они находились в составе, который следовал в Иркутск. Пассажирам и проводникам пришлось на свежем воздухе дожидаться окончания проверки вагонов. Как стало известно, сообщение о странном предмете сделал житель Черемхова. Он уже установлен и опрошен. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог пояснить цель и причину своего звонка. Из-за его поступка проверке подвергся не один состав. На станции Ангарск был проверен поезд номер 69. Задержка составила 1 час 8 минут. Также были проверены поезда номер 57 и номер 5 по станции Забиту и Черемхова. Задержка поездов составила от 9 до 16 минут. В дальнейшем это не повлияет на движение поездов. Поезда пойдут по расписанию.